Привет всем! Вы на канале вязания, я Светлана. Сегодня начинаем вязать свитер с очень красивым рисунком на размер 46, это М-ка. Будем вязать вот такой вот пряжи. Ян Арт Мелодия. Так, это турецкая пряжа. Цвет 882, лот 103. Так, в мотке 100 грамм, 230 метров. Состав 9% шерсть, 21% акрил и 70% полиамид. Так, пряжа очень хорошее вязание после стирки и приноски. Так. Будем вязать спицами резинку 2×2. Мы вяжем спицами вот это тройка 3 миллиметра и спицы основной уже вязкой будем вязать узором, это пятерка 5 миллиметров. Перед началом вязания мы должны связать образец. И я вот по образцу даю на экран вам расчет петель. 30 петель у меня составило 12 сантиметров. То есть в одном сантиметре у меня получилось 2,5 петли. И высоту вышло у меня 16 рядов 6,5 сантиметра. То есть в одном сантиметре 2,46 ряда. Так. И обязательно теперь мы должны снять мерки. Все мерки я даю на экран, чтобы время не забирать. Теперь рассчитываем, будем вязать спинку. И из расчета 118 петель, то есть у нас получится это вместе с кромочными. Кромочные не будем добавлять. Получилось мы 94 сантиметра, у меня получилось. Это окружность обхват груди, то есть 88 сантиметров я измерила, плюс 6 это свобода облегания, получилось 94 сантиметра. Я делю на 2, 47 сантиметров, умножаю на 2,5 петли, получилось 118 петель. Раппорт узора основного у нас будет 28 петель. Исходя из этого, у нас получается 4 раппорта, это 28 на 4 получилось 112 петель, плюс добавляем по 3 петли с кромочной, будем вязать по краям слева и справа лицевой гладью. Резинку будем вязать 5 сантиметров в высоту и 15 рядов. 14 рядов будем вязать спицами 3 миллиметра, а 15 ряд перед основным узором провяжем спицами 5 миллиметров. Начинаем вязать. Так, набираем на спицы 118 петель, это 47 сантиметров. Удобным для нас способом я набираю вот таким, набираю на спицы 3 миллиметра и на 2 спицы сразу. Показываю, как вязать образец резинки 2×2. Первый ряд, первый снимаете, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так продолжаем до конца ряда.
Предпоследнюю петлю мы провязали изнаночная и последняя изнаночная. Так, вот мы провязали первый ряд резинки 2 на 2. Теперь вяжем второй ряд. Первый снимаете, 1 лицевая. То есть вяжем по рисунку. Какую петлю вы видите, ту и провязываете. Провязали, 1 сняли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, так продолжаем до конца ряда. В конце ряда провязываем. Провязываем 1 лицевую и последняя кромочная изнаночная. Так получился второй ряд, мы провязали. С первого по второй ряд повторяете резинку 2 на 2 и вяжем ее высотой 5 сантиметров. Потом будем переходить. То есть 14 рядов провязываем этими спицами 3 миллиметра и 15 ряд поменяем на спицы 5 миллиметров. И потом перейдем к основному узору.